Это Николай Петрович. Ему необходимо снабдить мобильными планшетами iPad 282 сотрудника региональных офисов. А это Дмитрий. Для оснащения курьеров мобильными планшетами ему необходимо приобрести 251 iPad. Николай Петрович самостоятельно закупил устройство и даже выбил неплохую скидку за покупку оптом. Дмитрий все подсчитал и понял, что ему будет удобнее внести оплату поэтапно. Он решил обратиться в компанию SoftLine, чтобы купить услугу Apple as a Service. После покупки устройств Николай Петрович понял, что необходимо нанять IT-специалиста, который подберет и настроит ПО, а также будет администрировать работу iPad. Через неделю после покупки услуги Apple as a Service в компанию Дмитрия привезли настроенные и готовые к работе iPad. Все форс-мажоры Николаю Петровичу приходилось решать самостоятельно. Поломки, утери, выход устройств из строя. У Дмитрия же была круглосуточная поддержка SoftLine, которая брала все заботы на себя. Прошло 3 года. Николаю Петровичу надо списывать с баланса компании iPad и правильно их утилизировать, а также закупить новое устройство взамен старых. У Дмитрия с этим нет проблем. Сотрудники SoftLine за один день заменили все устройства на новые и сами провели утилизацию. Теперь вы знакомы с альтернативами. Что выбираете вы?